Всем привет, с вами Ростик Саднищий. Всем богачам и нищикам. Так, о чем вообще будет видос? О конкурсах, о том, как я участвовал в конкурсе, как я выиграл и как вы сможете заработать на этом. Смотрите, лучше всего участвовать в творческих конкурсах, потому что это практически не требует никаких средств. Там, как правило, самая наименьшая конкуренция в конкурсах криптовалютных. И то есть, сколько вы можете затратить и сколько получить, вообще идеальное соотношение. Я расскажу о том, как я выигрывал, в каких именно конкурсах, как именно, и как вы сможете на этом заработать. Так вот, смотрите, ваша задача — это подписаться на 100-200 пабликов, бирж, не бирж, проектов в Телеграме. Ну, если хотите, в Твиттере, но в Твиттере там уже сложнее. Я вот делал вот так, с Телеграмом. И, например, вбивать раз в два, раз в три дня в поиске Телеграм слово «конкурс». И если мы увидим, что там какое-то совпадение, допустим, видим «конкурс на торговый объем». Он нам не подходит, да? Идем дальше, спокойно. Через три дня приходим и видим «конкурс». Там конкурс рисунков. Что нужно сделать? Допустим, вот вы знаете, что вы рисовать не умеете. У вас ни денег, ни черта нет, да? Ну, у вас есть, допустим, младшая сестра, подруга, знакомая, кто угодно. Вы говорите: вот, давай ты нарисуешь рисунок, а тебе 50%, если я выиграю. Только главное, перед всем обговорите все условия. Я всегда обговаривал, что 50 на 50 мы делим, там, все такое. То есть это должно быть четко, ясно, чтобы потом никто там не обижался. Потому что прямо меня иногда спрашивали знакомые: а почему мы делим на 50 на 50? Я говорю: я же увидел этот конкурс, не ты. Если бы не я, ты по нему не узнал. Ну, то есть, таким образом, да, сделали. Вот с рисунками я сказал, как делать. Например, видео. Там, лучшее видео получит деньги, еще что-то. Вы, открою вам секрет, в конкурсах с рисунками, с видео, вы можете делать не одно видео. А, например, ваш брат тоже может сделать видео. И вы сможете. То есть у вас уже два видео. Вероятность выиграть больше. Но я бы вам советовал сфокусироваться на качестве. Знаете, теперь я расскажу, как я выигрывал конкурсы. Припоминаю свой первый конкурс. А, была такая биржа Nominex 100 лет назад. Монета ее росла. Я сделал видео. Попал в топ-15 или топ-9, я не помню, и выиграл $300. Это очень важно, поначалу очень стараться, чтобы вот получить какое-то подкрепление своих действий и вот не сдаться. Вот запомните одно, если вы будете участвовать, рано или поздно вы выиграете. Как увеличить выигрыш? Делать хорошо, лучше других, да? Я вот выиграл $300, $300 за видос, вы угораете? Когда у меня тогда было 1000 подписчиков, сейчас, конечно, у меня не больше, да? Но это на меня произвело какое-то впечатление. А кто-то ведь там выиграл и $1000. И я подумал, а ведь я мог выиграть $1000, да? И я прям загорелся вот этой идеей. И участвовал в конкурсах от биржи Эксмо. Выиграл там, что ли, $200, что-то такое. Но самое главное, я получил контракт на производство видео Эксмо, где мне за каждое видео платили по $100. Можете плейлисте посмотреть мои видео по Эксмо. Я не знаю вам, расскажу. Помнится, был такой моментик. Конкурс рисунков, и выиграет лучший рисунок. И мой рисунок тогда набрал 300 голосов. Я выиграл, по-моему, $300 от CoinEx. Прикиньте, за рисунок. То есть я просто отправил всем, скажем так, друзьям, чтобы они проголосовали. Я помню, как выиграл Apple Watch у CoinEx за 29 тысяч рублей. Ну, только я выбрал долларами получить. И что? А, и тоже с CoinEx начал снимать видео. Давайте подытожим. Смотрите, у вас нет денег, у вас ничего нет. У вас есть много свободного времени. Вам нужно просто подписаться на миллион пабликов. Именно не пабликов, где, знаете, какие-то блогеры, а вот какие-то биржи. Ну, короче, у кого бабки есть, кто их может разыграть. Ну, сами подумайте, да, кто это может быть там. Это понятно, все биржи там. Еще, может, какие-то криптопроекты. И вот
стараться, делать. Сейчас, конечно, конкуренция может больше, чем раньше, но рынок более хороший. То есть, допустим, на «Медвежке» такого не было. Чтобы вы понимали, я забыл набирать слово «конкурс». А вот я сейчас пойду и после этого видео и наберу «конкурс такой-то», «конкурс такой-то». Ну, я с конкурса заработал там дофига денег, да я даже не знаю, сколько. Ну, то есть, для... неплохо. При этом, знаете, вы можете это всегда делить, то есть не надо там, а я не умею делать видео, а я не умею говорить, запинаюсь. Вы лох, ладно. Ну не, просто найдите человека, кто сможет озвучить, да. Может, это ваш друг, ваш партнер, сами озвучите. Может быть, это будет даже вашим преимуществом. Понимаете, о чем я? То есть... не надо, как бы, если вы находите отговорки, то это, ну, в общем, все о вас говорит, и с вами говорить не о чем. А я пошел дальше делать, снимать видосики. Блин, так кайфово чуть сидеть, мне даже не холодно. На, прожимайте лайки, пишите в комментариях, может, вы сколько выигрывали в конкурсах и в каких. Также заходите в мой телеграм-канал, там показываю, что в крипте делаю. Ух, все, всем пока.